Госдолг Украины перевалил за 2 триллиона гривен. В ноябре 2017 года совокупный государственный долг Украины незначительно вырос и составил 2,062 триллиона гривен, или 76,33 миллиардов долларов. Прямой государственный и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2017 года увеличился на 0,05%, или на 0,04 миллиарда, до 76,33 миллиарда, сообщает Минфин. Отмечается, что в национальной валюте госдолг возрос на 0,74%, или на 15,06 миллиардов гривен, до 2,062 триллион гривен. С начала года совокупный государственный и гарантированный государством долг в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на 5,36 миллиарды, в гривне, на 6,9%, или на 132,19 миллиардов гривен. В ноябре прямой государственный долг возрос на 0,3%, до 65,01 миллиарда, тогда как гарантированный снизился на 1,4%, до 11,32 миллиардов. Внешний долг в ноябре сократился на 0,4%, до 49,06 миллиарда, тогда как внутренний вырос на 1,6%, до 736,79 миллиардов гривен. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что внешний долг Украины составляет 83% от ВВП в пересчете на каждого жителя Украины. Это означает 1801-1900 долларов долга. Ранее сообщалось, что совокупные долговые обязательства Нацбанка и Министерства финансов перед МВФ составляют 12,1 миллиардов долларов. По материалам сайта newsgro.com.